связаны между собой Черновские яблоки и улица Старозагора. Знаете ли вы, что такое мартиница? Как на самом деле переводится с болгарского слово «сладкиши»? И чему посвящена эта мозаика на торце дома номер 70? И куда в мае 1877 года вместе с самарским знаменем отправился сам Петр Алабин? Готов ответить на эти вопросы и получить призы? Тогда встречаемся в 18:15 в прямом эфире в пятницу на телеканале «Самара ГИС».